Ну что же, с вами ZeroZipoxy, сегодня мы продолжаем играть в хоррор, который называется SCP Containment Breach версия 1.0.4. И мы остановились на том, как прошли через лес, повидались с Андрюхой, и вот как-то так. Так, а теперь нам нужно возвращаться назад. Именно назад. А знаете почему? Потому что нам нужно поговорить с компьютером. Да, он в первой локации. Я просто не ебу, как мы его там найдем. Ах, ха-ха-ха-ха. Нет, здесь этого хуйсоса не наблюдается. Так, сейчас нам нужно вернуться назад. Да, именно назад. Как мы это сделаем, я просто-напросто не ебу. А, вот, мы здесь, помню, бежали. Да, все правильно, мы идем. Все правильно. Так, нам не сюда. Нам, кажется, сюда. Мейтенс туннел. Ну, давайте пройдем через него. Давайте попробуем. Я, пожалуй, сохранюсь. Это очень страшное место. Очень страшно. Не хочу туда идти. Ну что же. Нам игра, благо, все это позволяет. Он стал, во-первых, больше этот Мейтенс туннел. Во-вторых, здесь может быть Андрюха. Мы будем идти вот так. Как мы видим, Мейтенс туннел жестоко был изменен. Куда нам надо, я хуй его знаю. Ой. Я его, кажется, слышал. О, да, он там. Я не ебу, куда мне идти. Просто-напросто не ебу. Может, сюда? Что-то я уже заблудился. Я заблудился, ребят. Вот ужас-то какой. Может, сюда? Теперь вперед. Так, восстановим себе здоровье. Ну, не здоровье, а эту выносливость. Черт побери, куда нам надо? Я уже 100 раз заблудился. Так, это у нас назад путь. Нам не сюда. Ну, хоть я вернулся назад. Так, здесь мы оставим метку какую-нибудь. Вот что вот оставить, я не знаю. Где же у нас карточка 4-го левела? Какой запутанный комплекс этот Мейтенс туннел. Господи, раньше вот так было легко пройти. Ну, как сказать, легко. Так, теперь сюда мы пойдем. Теперь куда? Сюда мы пойдем. Правило левой руки. Андрюхи вроде здесь где-то нет. Его. Не вижу. Черт побери, как пройти этот Мейтенс туннел? Опять мы вернулись назад. Ну что, ёпта. Короче, налево мы не идем. Это нас приведет назад. Да ведь? Вот как вот выбраться? Чисто вперед тоже нельзя. Хрен его знает, как еще раз говорится. А чё, давайте попробуем чисто вперед. Может быть, сработает. Так, я врезался. Это у нас тупик. Давайте по правилу правой руки будем следовать. Правило правой руки. Ой. Да ёпта, ну...
Господи, сдохнуть можно. Я просто-напросто не ебу, как это проходить. Боже ж ты мой! Всю серию, что ли, здесь блуждать будем? Я, пожалуй, ускорю этот момент. Твою мать, тут доктор! Ребята, тут доктор. Вот где он. Он нам не страшен. Сука, дай пройти, а? Так, все понятно, откуда он пришел. Тут даже доктор может появиться. Я-то этого реально не знал. Куда нам надо, ребят? Ну куда? Да господи, куда нам надо? Неужели здесь нет выхода? Читами я не хочу пользоваться. Это для слабаков. Теперь тут и Андрюха. Ну, блядь, ну, дружок, ну... Заебись, чё. Будем идти задом. Теперь в этой локации и доктор, и дед, и Андрюха. Как его проходить, я не знаю. Что я как-то долго иду? На мне кольцо. А знаете что, давайте-ка мы врубим читы. Есть ли тут вообще выход? Я, конечно, заранее извиняюсь, но я уже это полчаса прохожу. И неужели у нас серия будет такая скучная? Ну, как сказать, скучная, так. Ну, давайте искать выход. Так, ну ладно, здесь я помню. Здесь я... Да ладно. А, нет, это не выход. Это выход назад. А есть ли вообще здесь выход? Так, вон там Андрюха. Кажись, реально нету в этой локации выхода. Она настолько стала большой, что хрен его знает. Черт побери. Что-то как-то все темно, а я не могу разглядеть. Похоже на что? Это я помню, что это такое. Походу, вот это и есть выход. Да, нет, все-таки здесь есть выход, но хуй его найдешь, как говорится. No clip off. Так, заебись. Извините, что читы применил, я просто не знал, есть ли тут выход или нет. А он, оказывается, здесь есть. Будем знать. Будем знать. В следующий раз я пройду без читов. Блять. Иди-ка знаешь, что Андрюха нахуй. Да, комната с этим. Лол. Просто лол. Я не забыл сохраниться. Походу мы без читов реально пройдем. Но здесь есть выход. Вот только где?
Я помню, что нужно куда-то сюда. Да, вот сюда. Оказывается, надо было сюда. Мы без читов прошли, потому что я забыл сохраниться. Вот так вот. Походу, я красавчик. Видите, даже читы не применил. Все-таки можно пройти это без читов. Вот только... Очень сложно. Да ладно. Да ладно, ну серьезно. Кстати, я... Нет. Это я вернулся назад. А и впрочем, пофиг, что у нас может быть в той комнате. Мы видели там Андрюху. Он нас скокнул. Пофиг, мы не будем это проходить. Нахуй это нам сдалось, а? Мы все комнаты видели, и скромника, и т.д. и т.п. 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 Еще вот это неправильно. Так, я помню здесь выход, да? Я это помню, я помню, я помню, я помню. Здесь у нас что? Нам нужно вернуться назад. Так, стоп, а давайте-ка проверим все эти выходы. Не, нахер. Если нам все равно придется вернуться, помните, с компьютером. Ой, да ты... Это шутка, да? Так, здесь его нет. Он нас, кажись, куда-то ведет. Куда-то, надеюсь, хорошее. Там у нас тоже выход. Давайте мы снимем масочку. А что у нас здесь было? Ага, маска одержимости. Мы это помним. Но нам нужно вернуться в самый назад. Так, это что-то значит. И сюда. Вот если б я бы пометил. Ох, я голова-то такая. Вот такая вот. Я голова. Там опять это было. Ну хоть деда заперли, и то хорошо. Что у нас здесь? Ага, это комната в Мейтонс Туннел, я это помню. Да, ты очень страшный, я тебя больше не боюсь. Что будет, если я его задену? Да, он нас привел в комнату назад. Знаете, вот этот монстр, который мы призываем из колокольчика, он хороший. Он хороший, он помогает. Он меня привел, куда мне и надо. Давайте искать компьютер. Да, мишки здесь нет. Привет! What the hell? Доктор! Здравствуй! Чё ты там делаешь? Доктор. Хуёктор. Это SCP, напоминаю, 049. Итак. Чё ты там делаешь, доктор? Я, конечно, все понимаю, но ты что-то задумал. Я же знаю, что ты хитрая жопа. У тебя на морде это написано. Так, нам сюда. Или сюда. Нам нужно пойти в ту незнакомую локацию, которую мы забыли сходить. Хуёктор, ты там? Да, вот ты там, хуёктор. Ну и стой там. Кому ты здесь нужен? Я там мой монстр. Машина. Ты чё такое, а? Чё такое, а, наглый доктор? Ты чё-то реально задумал, пацан? Ну, пока. Так, ребят, давайте найдем комнату с компьютером, а то... Кстати, я шучу, я шучу такой тупой-то, а? Я просто мега тупой, я просто сверх... Тупой, самая большая стадия тупизма и т.д. и т.п. Я же видел комнату с механизмом. Нам же нужно туда улучшить вот это, вот это, вот это, вот это, вот все. Хуёктор, ты там? Ну и стой там.
что у нас? Ага, я это помню. Так, давайте мы по-быстрому. Где? Нам как раз нужно сюда. Никаких Андрюх тут нету. Ну и хорошо. Кстати, как запереть Андрюха в ту клетку? Это нужно просто найти этот отряд, и к нему надо это заманить. Да, вот так вот. Сначала мы улучшим вот это. Давайте, наконец-то, будем тестить все, что мы надыбали. Давайте улучшим броню. Что нам помешает это? Давайте fine поставим. Very fine не надо. Хотя, что может случиться, а? Давайте на very fine. И что у нас здесь? Опля. Очень тяжелая броня. Давайте на курс. Ее нереально взять. Она нереально тяжелая. Давайте что-нибудь выбросим. Нет, я, пожалуй, сейчас перезагружусь. Заебись, я снова тут. Так, мы его бросили. И, пожалуй, на файну лучше. Потому что на very fine она будет невероятно тяжелой. Броня-то это. Видели, какая здоровая махина? Прям такая вот здоровая. Надеюсь, я сейчас подниму. Да. Хэви возили. Да, все-таки она тяжелой стала. Вот как мы... Ой, нам как тяжело поворачивать. Эта броня от нас от пуль спасет. Давайте мы это на курс. Так вот, я улучшил эту броню на файн. И сейчас я должен... Видите, она стала очень тяжелой. И о, как мы стали тяжело передвигаться. Давайте мы сейчас мы положили вот это вот железо, и сейчас мы должны улучшить это на курс. Курс, да. На роуч не надо. По-моему, да. И мы получим объект SCP. Если мне не изменяет память. Да, вот SCP. Слиток железа. Давайте мы... А вот ничего не будет. Что с этим слитком можно? Это вот специально вот такое вот железо, SCP-048. Теперь давайте улучшим руку на файн, чтобы мы могли локации открывать. Так, и что мы можем еще улучшить? По-моему, больше ничего. Вот мы с вами получили это железо, но нам куда его применять, я вот не знаю, может для гейта нужно будет. Просто не имею. Опла. Она, короче, эта рука стала лучше, а давайте попробуем сейчас на very fine улучшить это железо. Может что и сработает. Или мы просто так сожжем его. Ой, что-то все помутнело. Сегодня у нас такая вот исследовательская серия. Мы все, пожалуй, исследуем. Так. Что-то мне кажется, что там все время Андрюха стоит. Металл панель. Давайте еще мы улучшим. Мне вот просто интересно, что будет. Тра-та-та-та-та. Куда вот это железо применять? Я не знаю. Давайте попробуем, когда на роуч улучшить. Может, нам что-то еще выдаст? Ну, куда-то это железо точно надо. Для какого-нибудь там крафта, например. Может, я что-то не знаю. Так. Себя на роуч я улучшать не буду. Это самоубийство. А не, все равно тоже железо получилось. Ну, давайте мы его себе сохраним, наш трофей. Может, какая-то ачивка откроется, я не имею понятия. Так, а давайте мы вернемся назад. Здесь у нас стоит этот доктор Хуёктор.
Я все время путаюсь в локациях. Да ты, блядь, я уж думал, тут Андрюха. Все-таки этот монстр пугает, но он полезный. Так, это у меня здесь какая-то с иллюзиями. Все мне не изменяет память. Так. Реально, куда вот это железо? Так, у нас есть записка, но нам не сюда. Нам нужно найти комнату с компьютером. Нам нужно найти эту комнату. Блять! Сука, пиздец, как напугал. Вот это я крипанулся-то. Ага. Вот здесь, по-моему, взяли, да? Взяли. Здесь у нас монстр. Там у нас выход крокодилом. Значит, нам нужно идти сюда. Нам нужно найти комнату с компьютером, она именно во второй, в первой локации. Не знаю, почему так сделали, ну так вот сделали, да. Да ты хватит там стоять, а? Он нас, может, реально приведет в комнату с компьютером. Так, это у нас там выход, а не сюда. Как все запутано, а? Заплатиться так очень просто. Так, значит, мы не выбрали неверную дорожку. Так, к листочку мы, короче, больше никогда не ходим. Так, вот мелодия. Там подвисла. Ну, в мелодию нам не надо. Вот так вот. Так, а что у нас тут? Нам реально нужно найти комнату с этим. С компом. Опять листочек. Выход. Стоп, а я честно, нет, я не отсюда, там доктор Хуёктор стоял. Возможно, я тут не был. Ой, надеюсь на это. Так, того здесь нету, и того тоже нету. Может, мне это на паузу поставить, я без съемок найду. Давайте еще поблудим. И если так продолжится, то я, пожалуй, поставлю на паузу и по съемок поищу. А то так неинтересно смотреть. Как и для вас, как и для меня. На записи будет. Нет, походу я поставлю на паузу. Вернемся тогда, когда я найду эту комнату. Ну что же, вот мы пришли сюда, и здесь просто Андрюха, я, пожалуй, включу запись. Давайте его манить оттуда, а? Так, просто чудесно. Так, давайте мы нажмем. Так, все, зашибись. Вот так и надо обходить Андрюху. И если здесь опять не будет, я опять поставлю на паузу. Так. И лол. Лол, ребят, что я еще скажу? Просто лол. Самый натуральный лол из всех лолов. И что ж мне делать, идти крокодилом? Его тут нету, да?
Ой, вот тут нету. Ну, что я еще могу сказать? А, блядь. Ну, заколебал кузнечик. Серьезно, да, он реально вот заколебал. Ну, веди меня, веди, да, веди меня. Я знаю, какой ты страшный. И привел меня в тупик. Ну, короче, вернемся тогда, когда будет компьютер. Итак, с вами снова ZeroZipox. Наконец-таки я нашел компьютер и нашел там сразу, куда нам нужно будет идти, чтобы вернуться обратно. И что я поставлю, я вот не имею понятия. Давайте мы просто оставим комнату открытой. Так, вот и компьютер. Будем делать концовку Б. Когда я узнаю, как делается концовка А, я обязательно здесь сниму концовку А. Ну вот, наконец-то я нашел комнату с компьютером. Это заняло где-то приличное количество времени. Все-таки первая локация более запутана. Ой, блядь, что это было? Ну да ладно. Давайте все-таки пойдем поговорим с компьютером, пока нас там не угробили. А то где-то я рядом слышал SCP-173. Прям звуки, а не просто криповые звуки, которые бывают через какой-либо промежуток времени. Да, вот так вот. Давайте мы будем почаще сохраняться, потому что эта комната вроде бы вылетает. Да. Ну что же. И что мы здесь видим? Комната, где нужно ДНК. Видите, ключ от ДНК. Ну-ка, эта рука подойдет. Нет, ДНК не найдено. Вот у меня вот вопрос. А где еще можно взять какие такие вот руки из ДНК? Чтобы открыть, например, эту дверь. Ну, похоже, нигде. Давайте еще раз сохранимся. Давайте просто послушаем его. Ну что же, его речь не изменилась, он просит нам поставить remove door control system на on. И, ну и все, и он нам откроет gate B. Да. Какие красивые текстурки. Да, походу здесь и пол тоже изменили. Красивенький такой стал, ну ладно. Вот мне вот охота вот в ту комнату попасть, но я просто не знаю, где еще вот эти руки достать, только знаю, где... Ой, постойте, а вот мой железо. Вообще, зачем оно нужно? Постойте-ка. Нет. Я думал, он что-то нам делает, прибавляет. Но... Так, это как бы трофей. Вот. Давайте еще чуть-чуть осмотрим эту местность, потому что она новая. И может быть здесь что-нибудь новенькое у нас залежалось. А потом возвращаемся в третью локацию. Да. Зашибись, новенькое. Так, вот здесь какой-то листочек, я вот надеюсь, это выйдет. То мне неохота туда-сюда ходить. Так, что-то мне это не нравится. Да. Это что за ход? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, стандартная процедура, иллюзия. Давайте-ка закроем. Так. Ой-ой-ой.
Шлюха. Ой, ты, блядь. Не пугай так больше. Стаканчик. Ой, как все это мне не нравится. Сохранимся. Никого там нету. Ну да, никого там нету. Ток, ты что там делаешь? Ты упоротый. Так, а вот это что значит с батарейкой? Да-да, вот отсюда я как раз таки и при... Блять, пришел. Не всегда срабатывает эта чертова кнопка. Всяких андрюх, надеюсь, здесь нету. Ну, похоже, что нету. Давайте закроем, мы больше туда не вернемся. Опять громкие звуки, ну ладно. И все, что нам осталось, это просто прийти в гейт Б. И на этом можно закончить. Да, кстати, я узнал, что вышла уже версия 1.0.5. Да. Мне что-то пофиксили, изменили. И там мы будем делать концовку А. А здесь мы пока сделаем в этой версии концовку Б. Да. Ну, потому что я наконец-таки узнал, как ее делать. Так, мне это не нравится. Все эти проемы, ходы. Блин. Кто все так двери понаставлял? А, это ж я. Так, рация. Я реально не по... А, да, все. Правильно. Так, и все. Идем в гейт Б. О, Мишка, привет. Что ты нам скажешь? И чего ты нам говорить не хочешь? Так, всяких хуйсосов, Андрюх, тут нету. Ну, ладно. Что же у нас тут? А, да, комната с докторами, но мы в нее не попадем. Хотя в какую-то мы должны из этих. Нет, здесь нету. Той комнаты, которая сама открывается. Ну, помните, там такая комната с доктором. Где эта чума деда пробралась. Так, вот ты. Move door control. Так, вот там нам он крикнул, что пожалуйста, включи. Сейчас я сделаю, дорогуша. Так, надеюсь, всяких Андрюх тут нету. Так. Так, вот этот рычаг и... Короче, гейт Б, он сказал, что открыт. Вот что-то типа такого. Давайте вернемся в гейт Б. И наконец-таки пройдем эту игру на концовку Б. Да. Опа-на. Так, ты будешь меня троллить, да? Прикольный звук. Еще раз повторяюсь. Так. Вот такие мне всегда комнаты не нравятся, то что они открытые. Там всегда какие-нибудь Андрюхи. Это ой. Иди-ка ты нафиг, а? Слушай. Где же у нас гейт Б? Я уже не помню. Тихо. Блядь. Хотел закрыть, а он сам закрылся. Ну спасибо, компьютер. Блин, я туда не пойду. Чё ты там крикнул? Я туда не хочу. Серьезно. Хочу просто спокойно, мирно пройти игру. Ты чё здесь в туалете забыл? Посрать тебе надо.
Вот, кстати, почему тут текстура как бы первой локации в этом туалете? О, сделали бы такую же стенку. Это же все-таки в третьем комплексе этот туалет. Че ты? Ты че к макаронам пошел? Они мои, а ну брысь. Упоротость просто. Да. Вы что, серьезно меня хотите отправить туда? Ну почему? У нас еще есть один ход. Это через офис. Здесь. Через туда мы пройдем. Просто не хочу реально Андрюху встречать. Сейчас темно, ночью страшно. Так я уже эту игру довольно долго прохожу. Ну, брысь отсюда. Так, вот, где-то здесь была эта комната с офисом. Вот она. Блядь! Ой. Ай, блин. Давно так не пугался. Боже. Проклятая Андрюха, сердце просто прыгнуло. Я вот так... Вот я вам говорил то, что я не люблю эти офисы. Теперь вы знаете, почему. Потому что эта мразь оттуда выскакивает. Ладно. Здесь я сохранился. Вроде бы сохранялся каждый момент. Так, я вот знаю, что здесь Андрюха. Ну ты, блин, а? Ничего раз, давайте. Стоп. Это не там. Боже, какая страшная игра. Тут. У меня здесь туалеты. Так. И у меня опять благополучно вылетела игра. Вот что ты меня... Блин. Всегда забываю, что там Андрюха. Так, тут туалет вроде. Да, здесь туалет. Мы через сюда должны пройти. Здесь назло, кстати, нет Андрюхи. Он все-таки в офисе. Ну, давайте его выманивать, что ли. Ты упоротый? Ага. Страшно, потому что я знал, что ты там. Больше меня так не пугай, дружок. Пожалуйста. Черт. Боже мой. Так, уточка, спаситель. Хотя нет, ты тоже мразь пугливая. Ну, пошла вон. Так. Да нет, это шутка, да? Давайте мы все-таки локации найдем другой выход, потому что я помню, что их было три. Да. И в каком-то из них был гейт Б, да. Не хочу я к Андрюхе идти. Реально не хочу. Иди в жопу. Ой-ой-ой. Так, я не помню где, но было где-то рядом. Вот отсюда тоже был где-то рядом выход. Или нет? Вот бесит эта комната с красной трубой. Тут всегда что-нибудь неладное выскакивает.
Так, я это знаю. Да, в принципе, я уже понимаю, где у нас еще выход. У нас их, по-моему, три было. Так, здесь это с карточкой. Ну, давайте искать. Ну, потому что... Так, здесь... И остается только туда. Вернем. Тебя тут нету. Одеваем маску. Что ты от меня хочешь? Я уже выполнил твое задание. Ты можешь отстать от меня. Блин, я как дебил все комнаты пооткрывал. Так, вот этот вот должен быть. Да. Вот я про этот и выход и говорил. Надеюсь, он тот. Ну, хорошо. What the hell? Еще был, значит, выход. Нет, ну вы серьезно, меня хотите в комнату отправить? Вам неужели тебе игра тебя не жалко меня? Вообще ни капельки. Я оттуда пришел. Блин. Еще, по-моему, был выход. Серьезно, не хочу туда идти. Но если так продолжится, то придется пойти. О, кстати, он ведь в Gate B ведет. Я иду за тобой, парень. Парень, я иду за тобой. Да, видите, он как-то долго идет. Видите, он как-то долго, серьезно идет. Он обычно сразу исчезает. И он мне показал, что мне нужно сюда. Так, это что? Воу. Ну, он меня привел сюда. Чё так? Ой, блядь, блин. Отряд карателей, отряд карателей. Так. И мы с вами нашли отряд карателей. И сейчас мне, походу, будут трудности. Я хотел все в четвертую серию записать, но, походу, я разделю. Ну что же, с вами был ZeroZipox. Надеюсь, в следующей части мы пройдем наконец-таки эту игру. Так, я быстро попрощаюсь, а то сейчас эти уроды придут. Мы... Бля! Лол! Лол! Просто лол. Ну, я сейчас стану в какую-нибудь позу. И хочу попрощаться. Ладно, ну мы, короче, здесь начнем. Пофиг. С вами был ZeroZipox. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, обязательно комментируйте видео. Желательно рассказывайте друзьям. Вступайте в группу ВКонтакте. Как же меня это троллит игра. Ну ладно, всем удачи, всем пока. До новых видео.